Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами снова Крабоскоп! Нас догоняют пиратские лодки, хотят брать нас на абордаж, но сейчас такая великолепная погода. Слава богу, еще нет солнца. Я не заказывал. И мы ждем вот такую пасмурную историю все время. Прошел у нас первый дайв, в 6 утра все было великолепно. Вот Наталья Санна завтракает. И здесь все мы питаемся разнообразной едой. Сейчас нам принесут омлет, и мы будем есть. А тут наши соседи. С вами Крабоскоп.